Здравствуйте, меня зовут Светлана Кулакова, я художник, декоратор, колорист и багетный дизайнер, автор курса «Рама в интерьере». Сегодня мы целый день разбираем тему паспорту. Целых 6 часов. И неудивительно, из 80% переоформлений багетной мастерской половина связана с неправильным выбором паспорту. Из них большая часть связана с неуместным использованием паспорту, то есть паспорту стоит там, где его, собственно, не должно и быть. Моя фраза, что паспорту всегда упрощает внешний вид работы, но всегда добавляет физическую стоимость, обычно вызывает массу вопросов. И вот сегодня мы как раз разберем те случаи, когда паспорту нужно и когда оно точно не нужно.